Добрый день, уважаемые преподаватели и студенты Института строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Луганского государственного университета имени Владимира Даля. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. И сейчас мы поговорим об этом заболевании. Что такое ВИЧ-инфекция? Это вирус иммунодефицита человека, который проникает в организм и разрушает иммунную систему. Что такое СПИД? СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, когда в организме разрушены все иммунные комплексы, и организм уже не может бороться с инфекционными заболеваниями. Какие же пути передачи? Их три. Первый – это через кровь, когда производятся манипуляции нестерильными инструментами во время маникюра, педикюра, пирсинга, тату или при пользовании одномоментно шприцами, зараженными кровью. Второй путь – это половой, когда не используются защитные средства. И третий путь – это вертикальный, от матери к ребенку. Какие же меры предосторожности? Первый – это защищенный секс. Второе – это обязательное использование стерильного инструментария при пирсинге, тату, других инвазивных вмешательствах. А матерям, которые у нас ВИЧ-инфицированные, мы даем препараты. Они их принимают, и детки рождаются здоровыми. У ВИЧ-инфекции есть несколько стадий. Первое – это бессимптомное, когда заболевание себя совсем не проявляет, но человек остается заразным. Вторая – это когда начинаются небольшие заболевания, повышение температуры, диарея, герпетические высыпания множественные. И крайняя стадия, собственно, СПИД, когда происходит заболевание многими болезнями в крайне тяжелой форме. В данный момент существует препарат для лечения ВИЧ-инфекции, принимая которые пациенты могут жить и иметь абсолютно социализированную жизнь, то есть работать, учиться. Будьте здоровы! Спасибо за внимание!